А что, если киндер-сюрприз? Поехали, дядь. Бери меня. Запрыгивай. Да, давай, давай. Опа! Нужен рор твой сразу. Вот так вот? Я к крашану полечу, дядь. Птичку тяжело контролить. Поехала. Жесть. Женщина. Блин, это круто сейчас было. Вот это прям на вставочку, рили. Очень красиво. Короче, Пита подлетает. Кура такая, знаешь, и висит. Кура просто разбивайте. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если киндер сюрприз? И сегодня для вас, конечно же, вот этот видосик мы выпускаем. Сегодня мне это видео поможет кто? Энтони. Энтони делать это видео поможет мне делать Антонио. Ну и, конечно же, суть этого видоса будет, ну, как вы видели уже по начальному монтажу, крайне простая, крайне фановая, веселая. Постараемся сделать максимально грязно, красиво. Это у нас Excel-ка, Антон, сразу не бери героя. Так, Антонио у нас будет, конечно же, на Найксе. Я буду на Риксаре, так как я стараюсь разбавлять контент именно персонажами, которые редко светятся, как говорится. Редко светятся. И не хочу, чтобы было как-то скучно, неинтересно. И, ребятки, прожмите лайк, подпишитесь на YouTube канал. Ну и, конечно же, не забывайте смотреть другие видосы, которые выходят также каждый понедельник и четверг. Ребятки, в 10 утра, московского времени, залетел, зашел, лайк поставил, посмотрел, все, расписал. Так, ну что, Антонио? Антонио, ты пикнул, хорошо. Антонио. Мистер Антонио. Ты, да, ты. Хорошо. Если что, пенетратор 228. Ага, это Антонио у нас сегодня пенетратор 228. Давай, показывай, как надо. Сейчас оправдаю свой ник. Давай. I feel the core wild. Он что там? Двери повинуются мне. Помню, как-то ты нас всех представлял, я не помню, что это была ситуация. Ты меня называл Антон Пенетратор, Аркадий Ксен и кто-то там еще. Это было, по-моему, в видосе 4 томбы, по-моему. Я точно не помню. Короче, Дисуди уже не вспомнишь, концов не дашь. Те, кто, ребята, видосы смотрят все, наверное, могут подсказать в комментариях, но не уверен, что подскажут, потому что не уверен, что подскажут. Кто мит? Я. Я. Я сильный. Кстати, говорю сразу, Антонио, надеяться у нас в команде не на кого. Понял. А там ВС нормальный, ребят. Короче, all mood режим. Да, стандарт. Стандарт, дядя. Гайд на Риксара, все ясно, короче. Давай вот так сделаем. Перде, в перде. Скорб со мной, гайд на Скорпа. Гайд на Скорпиона. Это забавно на самом деле. Со мной. Со мной. Понял? Ной. Лосось, ной. Лосось чисто. Ай, бро. Жесть. Давно, кстати, давно так не кайфовал на Риксаре. Сейчас покажем, как не надо. Бинго не работает, Аркадий, надо что-то включить. В лаунчере свернись, галочку. Хренак. Галочка в лаунчере меняет все. Все моменты, как говорится. Прикинь, я спал, и мне снилось, что я играю на Риксаре. Настолько я дегенеративно расстроен. Да мне много чего на самом деле снится. И причем бывают такие сны, которые помогают мне делать какой-то контент, какая-то идея. Знаешь, в голове, о, там, знаешь, там, Феникс плюс Сикер, там, лапы на Феникса, и Феникс с лазера всех убивает. Вау. Я просыпаюсь такой, блин, надо протестить. Протестил, короче, и лазер фулл хп сливает под лапами.
Короче, бывает жизнь. Перед сном об этом думаешь, эти вещи и сны потом снятся. Да, и потом берешь, записываешь, и, короче, по кайф. Короче, гениальный человек, гениален во всем, только писюн маленький. Ну, это уже совсем другая история. Другая история, конечно. Так, у меня сбруйкер на меду, сбруйкер. В курсе, кто такой сбруйкер? Я знаю три Ирен Брюнке. Ирен Брюнке? А я ноль Ирен Брюнке взял, что делать будем? Что ЕС какой-то сильный? Ноль вообще, без Ирен Брюнке. Нолп. Очень странный ЕС. Профессиональный, кстати. Ой, First Blood уже делают. Тяжелая будет, Антох. Предупреждаю тебя. Ладно. Предупредительный. Фига там душат пацаны. Как на вивере парень умирает, а? Вот рак. Перед плюсы играет. Чего? Ну, наверное. Нормально ты так. Просто через плюсы знаю, играет. Как без шукуча играть. Как без шукучей можно умереть. Ой, с шукучами. С шукучами там, ну не знаю, это нужно пытаться размениваться, наверное. Ох, это классическая борьба за фарм на линии. Ты по ней соскучился. Конечно, это такая тема прикольная. Я вчера, короче, на лиге играл. У нас так получилось, что, короче, парнишка, его отзонили на леорике снизу. Сапы ушли куда-то на роумы. И получилось так, что он, короче, приходит ко мне, я на леге играл. Он на леорике. И получается, мы стоим вдвоем на одном лане на топе. Ну, ломаем, никого на топе нету, как бы. И стоим, короче, попутно, ломая вот этих крипов, да? Ломаем тамвор и, короче, стоим, соревнуемся с ним. Я такой, ну что, у нас тут соревнования по фарму. Он такой, ага. И сидим, короче, в DC такие на, этом, на довольных щах, весело. Короче. Ну я потом в лес отошел, думаю, ну пусть пофармит. У него там дела похуже было. Ну, короче, забавно. Смешные ситуации, смешные истории, о которых невозможно молчать, о которых невозможно забыть. Невозможно забыть. Настолько ты впечатлен. Да-да, я... I'm ready to rock. Unleash the beast. Unleash the beast делаешь каждое утро? Дебист. Эксгибиционист. Bang bang and что-то там. Bang bang говорит. Буду lights before me. On the prowl. Двери повинуются мне. Хорошо. Так, кабана казнить надо. На салат. Осуждаем. Ух ты, меня кунька гонит. Смотри, что происходит. Я и не сказал, что он ушел. Да, я вообще, типа, ну... Не думал, что меня кто-то гангать в этих катках будет. Но я говорил, что там задроты какие-то. Ну, блин, у меня куры на самом деле нет. У меня там 1500 золота было, я даже ничего не покупал. Ну, руинят, короче, тебе. Ну, ладно. Да пофиг. Просто если будут, если так будут отыгрывать. Да они там еще и ботл друг другу дают. Короче, понятно. Слушай, я потеть тогда. Что да, мне это так не нравится. Все будем потеть. Вообще кринж. Кунка приходит гангать, понял? Офигеть. Не люблю я такие моменты. Стоишь спокойно на чиле, да, общаешься, там, чатишься, тут тебе выбегают два чела, дают метки, кресты, торренты, корабли. Опять обходит, ну давай. У меня втроем уже тут дают, ну извините, как бы. Рэмер. Эй, ну это что это такое, серьезно? Че, мне походу ТП придется покупать, тебя сейвить. Жесть. Что это а такое? Блин, там одного вивера бы, и он бы всех обоссал там. Реально. С жучками-то свои. Да, просто таракан, там 3 лоу хп, под мап прыжок слила, ЕС просто стоит.
Жесть. Блин, что-то, короче, не получается у нас опять что-то с этим видео. Я не понимаю, что за фигня на самом деле, но вот такие потные игры, что-то это аж... Я даже шестой не могу еще апнуть до сих пор, не дают просто. Просто не дают апнуть шестой левел. Дело в том, что я даже не переживаю этот прокат, типа. Печально. Там Е слабый, я его переластхитил, переденайл. Но ему жопу вылизывают, прям аж как будто, не знаю, какая-то, это, необходимость выиграть, прям, знаешь, вот 100 винрейт, типа, не потерять. Прям ужас. Внизу руну забрали, ТП-шек нету. Эх, у нас трое. Да, они будут гангать, Антох, я тебе говорю. Там такие типы. Это, короче, на каком-то заряде, на созвоне. Сейчас ко мне пойдут, скорее всего. Так, вот это вот сюда, вот это сюда, вот это поднять. Это надо поднять. Надо поднять. Офигевшие они. Что там у ЕС? 600 хп? ЕС. Я его, в принципе, типа, ну... Вон, смотри, по тма бегает. Смотри, что делает. Под Т-шку прям. Ну он такой, на кресты, на торренты покидает, дядь. Силач, одним словом. Блин, у меня ТП-шки нету. Я бы прилетел. Кстати, типа. Атма еще пришла тоже. Меня втроем убили. У меня вот так вот. По колдавну, как говорится. Тьма, поло, хэст ни о чем. Ты понял? Я понял. Да. Ой, как четко я создал чикен Макнаггетса. Так, и там тоже чикен погибнет. Так, мне нужно вард, еще манго возьмем. И телепорт. Печально, блин. Ух, там, вивер, видел, даблкил идет. Ничего себе. 1-6. Блин, если бы напасть как-то задушить, а? Я вот думал, может прийти мне к тебе, что ли, гангануть его. Даже на Найке. Да он вообще, он меня жесть как боится, но он понимает, что я его, если он подойдет поближе, я его убью. Хочешь, я попробую обойти его тавр. О, тут регенка. Забирай, забирай, он там пошел на руну. Я подойду со спины. Давай. Да ты че? Я умер, скорее всего. Так, меня торрент корабль. А, еще и рипер идет. О, еще и ару поймал. Да что ж ты будешь делать? Слушай, они, ну они там как будто там стак играет, серьезно. Тупо вот так вот, типа на меня, так столько тратить ресурсов, четвером делать телепорты там, но это нецелесообразно. Не факт, что да, это вообще было оправдано. Но, ты же хен. Да. Зато у нас на топе чуваки убивают. Там один. У ЕСа, по-моему, если не ошибаюсь, пассивки даже нету. Там настолько слабый ЕС, они ему саппортят. Типа это очень странно. Ну, короче, по фарму у меня все очень плохо. Если что. Делай армлет. Тут, короче, играй по дефолту, потом мы их задавим, сломаем немножко и... Хотя как, блин, тут не получится уже контента. ЕС, даггер. Отвиз, Мари. ЕС, даггер. И Слардар тут. Слардар. Так, внизу трое. Я вижу. Удивлен, что нет под тьмы. Придет, не переживай. Да уходи оттуда, нефиг там делать, они под тачку пойдут. Да он уже наперед ушел. Смотри, вот здесь стоит. Там ЕС. Ару кидает.
Но там может быть даже и третий глаз, не забывай. Лол. Если тут что. Тут вчетвером, они вчетвером тут. Сейчас вниз иду, го! Переснешься, я думаю. Лучше до меня дождаться. Есть без сапога. Да есть бомжара. Неотесанная. Вот этому стан дай, да? Он с МХ, вот этот, Маки Сила. Скорее всего. Он либо, ну хотя не знаю, он мог увидеть, в принципе, что там взяли инвиз. Но он там раскидывает. Так, они в этот Moonlight зашли. Лайте бегают. Возможно, там третий глаз, потому что не знаю, как тебе там ару закинули. Очень подозрительно. Так, я сдох, да? Так, сделаю. Вот так сделаю. Такой ес, без тройки, конечно. Позор. И какой... Да ты что тут делаешь? Я не буду на рипере сидеть. В спину идет некр. Прикинь, начинаю уходить. Спину. Некролайт выходит. На тебе. Вот какашечник, отвечаю. Но на рипере 60 секунд, второй раз сидеть я не хочу. Как хотите. Слардар. Че, Ванды будут. В принципе, типа, килл любого можем. Только если... Вот свинюку поднял, вот у него армлет у Слардара. А, здесь мы фигню делаем, на самом деле. Ладно, сейчас вернем. Я ухожу. Мне надо пофармить немножко. Они все впятером что-то так держатся, круто прям. На стоп пустой. Короче, я валю отсюда, я хочу. Давай, фармить, да, пофармить надо. Заниматься. Пофармить надо. У меня Ancient еще там на взгреве, но мне хотя бы надо этот. Блин, какие же бичи за нас. Ну я не балансил эту катку вообще. По составам. Там ВС, пацаны, зашли, все. Да, подмас МХ, дядь. Они с МХ. Мне ару просто в лицо, варда внизу 100%. Нет. Так. Интересно. Интересненько дотка вкладывается у нас. Давай, давай эту игру просто постараемся выиграть, унизить их. Они плеят с мобхаком. Это не так круто. Давай я армлет дофармлю и попробую чем-то навязать. У тебя мутов нет случайно? Муты, по идее, есть. Ну, на вивера на всякий случай готовь, то мне кажется, он сейчас начнет. Я сразу пропишу ему. На низу Слардар один, можно было бы выехать. Шипы нет, дядь, шипы нет. Ну, просто я боюсь, сейчас на меня выйдут. А меня они тут видят 100%. И ну вообще золота нету, не растет ничего. Не растет кокос. Атма прыжок слила. Да. Вивер не может шукучи нажать без иллюзий. Там Кунка уже ТП дал. Там без меня. Да понятное дело. Хорош, но он живой еще, найс. Уже мертвый. Они, короче, все в пятером кооперируются тупо. У меня спойс есть только. Ой,
Кнопки жми на СК. Если отступите к тавру, я могу ТП дать. Ну ТП нужно твое тут, они просто в десятером тут дерутся, и мы типа ну вообще ничего сделать не можем. Но уже фарми, уже нет смысла. Оставь. Пусть они тупо подают, сразу там кооперируются и тупо играем вот 2 на 5, 3 на 5, вот типа ну и не варик вообще. Что-либо делать. Они, скорее всего, с софтом играют, дядь. 90% даю, типа. Да пусть кликает, хоть закликается в фарме. Они внизу все. Я на мид пошел. О, найс. Еще и лаги. Жесть, что за игра. Сейчас все по одному будут умирать под тавром писать. ТП не дает. ТП не ряк. И у меня вот если лагать не будет, будет вообще прекрасно. Как обычно. У меня со вчерашнего дня у меня просто ужас тупо по КД эти лаги какие-то кончены. О, здорово. Я закупался, чувак, не мешай. Если чё, ТП дам. Но он меня, скорее всего, до талого будет пытаться беги дожимать. Но а, там нет, кура работает. Чикен. Чикен дозер работал у меня там. ТП дают на мид, они все. Ну, иди низ ковыряй. Я могу пока. Либо топ ковыряй. Они такие. Так, арба мне уже не нужна, лайнинг закончился. Я думал, с арбой ЕСа смогу погонять, нифига. Нифига. Я дам, если что-то понимаю. Да, хорошо. Да он, да они тебя видят, чувак. У них МХ. Лол, там, там МХ, чувак. Я сразу сказал. Там мусорки с мапхаком заходят. Не убил меня, сейчас убьют. Хорошо, я срал драла убил. Бомжа этого обрыганного. Некоторые убиваю. Давай, давай, я под муза душу. Эх, дядь, чуть-чуть не хватило на вот этого лоха. Прикинь, против софтеров играем реально. Вообще забей, как можно быть таким конченым? Контент получается. Ну контент чисто против МХшников. Играть и все. У меня некрономиконы первого левела есть. Я сейчас леса здесь погоняю. Пока они не пришли, надо забрать. Потому что это ну позор просто. Смотри. Голый. А, ну понятно. Души, я подойду. Свинюку за собой зацеплю. Там такое ощущение, будто 3-4 игрока с софтом 100%. Скотина знает, не останавливается. Ну, дайте занюхать. Все, я пошел дальше ковырять. Нормально, я прокачиваю, сейчас все будет. Эншента доколотить мне и нормально будет. Эншен туда колочу. Некрочи будут, двойка, тройка. И драки мы сможем тянуть. Там у них скилла особо нету. Они тупо за счет того, что... О, спасибо, помогать пришел, дядь. Спасибо тебе большое, но мне помощь не нужна здесь. На топе некоро потма. Хорошо. Они в чем прикол? Они тупо сильные за счет того, что нас видят. Но скилла у них там нету как такового. Такового скилла там нету. То есть они как бы думают, что они сильно играют, но на самом деле они за счет того, что видят нас, только так сильно играют. Ой, я дядь. Понимал. Ой, СК не... Жесть, тебе ГГ, тебе там да. Даже не выйдешь со сна. Если бы СК попал бы кнопкой своей, то норм было бы.
Так, ну я на топ не пойду. Мне нет смысла там ничего делать. Не вижу смысла на топ идти. Ах ты. Куда ты, соколик мой? Мусорка обрыганная. Таверну, ты хотела сказать. Мусорочек. МХшный. Еще МХшник летит. Давай, давай, на ДК, работай. Домой, там ЕС хочет прыгнуть. Смотри, смотри, смотри. Куда ты? Сладенький мой. Таверну. Кусок. Как мне нравится, вот когда вот игры принимают такой оборот, что челы вот, да, с вот этим вот софтом. Ну, блин, в чем кайф, объясните мне. Вот тебе было бы интересно играть с МХ, вот, ну реально. Вот типа сидит с МХ играет и аж чуть ли не говном мажется. Не знаю, чувак. Ну это вот... Ну как бы удовольствие от победы ноль. Ну типа, ну это же такой бред. С МХ проигрывать игру сейчас? Это просто... Не знаю, потроллить чисто, посидеть. И потом потерять аккаунт. Ну типа да. Это жесть. Блин, лотар нет смысла делать, надо брать даггер. Надо ловкостью брать. Я обычно через лотар играю. На Риксаре, чтобы вышел там под молниями. Тах-тах-тах-тах. А тут как бы софтера и смысла не вижу абсолютно. Так, у Слардара даггер, не забывай сидеть. Если что. Ай, негде фармить просто. И не выйти к ним глубоко, они просто убивают, потому что знают. Давай я вот так вот сделаю, два дефолта поставим. У нас лес чистый, дядь. Давай на топ ТП сделаю. Тебе поможем, если что. СК подошел. И можно двигаться. Я поставлю на подходе один вардик. Вот сюда. Идут. Поднакроем эту контору. Давай, давай, я дерусь тоже. Ой, срал-драл, я в срал-драл прям прыгнул. А, еще и ара у меня. Ну ладно, ладно, я разменяюсь, вы-то хоть что-то заберете, по-любому. У тебя нету, блин, песта. Дерись, как мужчина, дядь, как мужчина. Ах, чуть-чуть не хватило, ну нормально, 4. 4. Я все просто впитал. Я все впитал, дядь, рипер впитал, ара у меня залетела. Нормально. Ара у меня залетела. Не, ара у меня залетела. Не-не-не, мне залетело. У меня еще 60 секунд реса и рипера мне дали еще. Жесть. Чикен ли это висит, если что. Ух ты. Кто-то во время драки накликал. Нормально, ребята, раздаем. Раздаем, да? Мне даггер, правда, надо. Я за эту драку ничего не поднял. Абсолютно. Абсолютно. Хорош. Плюс чикен. Найс, мне золото насыпало. 1300 плюс тавр 200. И, короче, просто 300 золота, спокойняк. 150-150. Кайф! Сейчас даггер сделаю, да. Буду опасным, а? Давай, даггер, делай, да? Даггер, делай, да? Крейсер им в бухту, смотри. Просто минус 2 рака. Я пойду вот здесь ткну. Буду lies before me. Смотри. Ара улетит, да? Ну да, я же тебе сказал, что там софт. Сразу сказал, дядь. Там, когда СК вот здесь стоял, туда ара и торрент полетели. Просто так.
То есть там ночуйки, типа. Типа, пацаны очень настолько этот, ну, в доте преисполнились, что, короче. Я не удивлюсь, если они в куру мою попытаются этот ару позакидывать. Которая висит просто. У ЕСа эхи, если что, нету. Если что, нету. Они на миду все, давай сплетанем просто. Сейчас чикина подниму. Эх, не успел, дядь. Ой, смотри там, что, Антох. Давай, давай на ДК, зайди, чё ссышь? Боже, на ДК такой секун. Вот это урыв. ДК секун просто жесть. ДДшка. Я возьму, ты все равно задиспелишь. Сейчас ДК эту драку слю. Да блин, я опять ару поймал. Сзади слардар. ЕС умрет. Есть. Найс, лордар с яда умер. Там под тараканами, Антох. Должны, должны. Лоу хэповый. Хорош. Блин, ну я не знаю. Я прям вообще все драки умираю просто по КД. ДК вообще что-то сейчас не выкупил я его. Чего боится? Он просто нажал бы форму, застанил бы с лордара и убил бы его. Жесть. Мне нельзя, короче, драки начинать. Я буду стоять афакашить тогда. Да я не выживаю ни одну драку. Я даю некрочей своих, да, там что-то. Роур даже, по-моему, я не давал. Не, я просто не успел, меня слардар зафокусил и все. Ару прилетела и слардар. Печально. Сейчас, если в даггер выйдешь, по идее, должны очень хорошо вытягивать драки. Мне бы тоже что-то даггер какой-то бы. Я не могу. Золото на месте стоит, в драке ничего не забираю. Даже ассист не получаю. Там ЕС эхо слэмнул, короче, весь мой сумон. И все. Че, знаешь, чем прикол? Патма может кликать по карте, чтобы слардар выбегал там образно. Кого-то цеплять. Под мунлайн там, мне кажется, они где-то... Думаешь? Я отойду. У меня 2000. Вон, смотри, бежит уже. А у него опсы вот. У Кунки опсы есть, да? Я видел, опс один принес он. Мунлайт. Мунлайт заходит вот так вот. ТП, да. Линка лидер. Они прям в наглую под тэшки пойдут, сейчас ару сюда чекай полетит. Ну вон вивера нашли. Прям сразу все кнопки жмутся. Во, вот этого можем. На мид лечу. У меня торрент корабль, дядь. Ну, я замедляю. Кунку. Поставлю чикина на вижен. Хорош, Кунки тоже ГГ. Отлично, дальше можем. Дальше можем. Вандов нет пока. Эх, даггер не спил. Кто-то не быстрый такие. Ну, под ляпом. Хотя. Там же еще не было бафа. ЕСа нету, ГОТ Е2. Смело. У меня даггер есть. Это радует. Наверное, знаешь, что тут курица летит. Ну все, отойдем. Они выходят. Да, надо отойти, но ты не подставляйся. Эти-то будут стоять спереди. Я бы отошел. Я бы отошел и от птицы, от некрочей поиграл бы. Да, мы их убить можем, но главное не на базе. Да, да, да. Я бы такой какого-нибудь бы до корабля кунки роурнул бы, либо... Этого.
того же Слардара. Того же Слардара. Подожди, Слардар чейзит. Он далеко отошел от других. А ну-ка. Здорово. Хорош. Хорош. Надо, чтоб лип слива. Сольет сейчас. Ну, кстати, ну без Роура, но под кораблем. Слардара не будет. Можно без Слардара подраться красиво. Роура нету. Yes, а эхо по-любому есть. По-любому эхо есть. Че, вы хотите в мид, что ли? Да мид не надо, надо Т2 надо хотя бы. Надо мид забрать. Да. Да-да, все ты видишь, все ты видишь. ДК на рипере. Без байбека вы. Ты чё? Я готов. За мной гонятся тут. Кунку убиваю. Но я ЕСа перетянул чуть-чуть. Убили. Ну, дядь, я далековато иду. Я следующий тут буду. Души, ракушка. Он отрегенится сейчас, чувак. Хорош, угомонил такие. Давай, шикучи, бежи, беги. Но не надо нам загуливать. Я, честно, хз, у меня на все настолько плохо в этой игре, что ужас прям. Мы сильно загуливаем, мы их не видим. Они нас видят. В этом проблема. Варды я ставить не очень хочу. Дефолты как бы можно расставлять, но хз. Там, видишь, я гулял вот здесь вот, а вы файтились. Но за мной потма бежала. ЕС потом переключился на вас. Я уже очень далеко был к тому времени. Очень далеко был я. Это плохо. Жесть, я свою куру прислал туда. В лесу у нас. Я вижу. Че он тут делал, я не понял. Отдохнуть решил, что ли? С такими соло фрагами по кайфу фарм идет. Но не крачи КД. Некр с аганимом это очень плохо. Жесть, там у некро очень много, очень плотный. Ю, проблема, конечно. Слардар на топе. Я, наверное, все-таки возьму Лотар, чтобы можно было заходить днем. Че, попробуем? Можно в мид попробовать выйти. Я некро зароулю. Мы его, мне кажется, не забурстим. Думаешь, под всеми кнопками? Его засейвят. Ну вот есть, да, вот может. Слардар пришел, но уже поздно. Уже сейчас драка, если будет, то она будет на пятерых. Да они, да, да. Откуда вот знают, Moonlight, что тут... Мунлайт, все, ну теперь точно Б.
Так, ДК зацепили. Отцепанул. Сардар убиваем. Да-да-да, убиваем. Там не крача моего забрали, дядь. Я как чужой. Уйдешь? Схожу. Уходи, уходи. Как будут кнопки. Я тоже отошел. Ну, СК еще с кнопкой у нас. Если СК хорошо сейчас залетит вот сюда, ультанет, то можно будет. Хорош. Некро задушим тоже, думаю. Второй юлов кинул. Некро, дядь. Душу немножко, но мне кажется, некр меня переспамит. Возвращаюсь. Я бегу. Вандов пока нет. Скоро дагер. Но мне главное... Ну я не догоню его, дядь. Никак не догоню. Без вариантов. Роша мы не заберем. Роша есть? Да, он есть, да, но не заберем мы. Низ бы убить. Драка была хорошая, вроде даже выигрышная. Главное, ты качаешься. Я на базу пойду. Скажу. Так, он там некрономикона забирает у меня. Сейчас я сделаю контр-артефакт. Тогда. Чел на потме, у меня некроча забирает в драке. Я до этого доминатор купил. Да, я тоже куплю. Нам нужнее некроч. Будем с ним драться. Драка некрономиконов будет у нас. Он заберет, я заберу обратно. Посмотрим, у кого яйца больше. А, они уже там, прикинь. Хороша. Уже не успеваем. Уже никак не успеваем. Уходим. Да, Б. Да, надо Б. Тут уже никак. Тут уже никак. АДФ. Че ты там, не дерешься? Нет. Блин, мы тут так хорошо раздамажили их. Ну забей уже. Блин, решили, говорю, Б. Они возвращаются. Уже без варик. Жесть. Ну ладно уже. Но мы там, в принципе, выиграли бы драку, кстати, мне кажется. У него Аега. Просто наглый. Слушай, а по-моему, он не переманивает некрономикона. По-моему, не переманивает. Эффект есть, но не переманивает. Нет, эффект есть, но вроде не переманивает. Я знаю точно, что инча переманивает, а тут, конечно, что-то сейчас возможно и... Зря я так парюсь. Ну, след что-нибудь возьмем. Не суть. Ворвался, ЕС. Но ты, по идее, не умираешь, даже подраться можешь. Не крочи, КД. Вот сюда пошел. Вот он. Хорош. В спину заходит. Сейчас дагер будет. Некор тут еще. Не переманивает, не переманивает он. Надо всех. Сюда. Минус БКБ. Минус БКБ, отойдем. У нас низ будет пушиться сейчас, правда. МХшник сказал что-то про МХ. Ару. Сейчас
У них топ пушится, минус 2. Можно попробовать. У тебя хп, конечно, немного на один стан. Но я постараюсь. Я отхилюсь. Смотри. Ну, кстати, это минус. ДК. Хорош. Давай, давай, давай. Это очень хорошо. Птичка все-таки делает вещи. Еще в спине. У меня роур есть, если что. Лардар. Еще и хослэмер. Но меня подцепили. Торрент корабли. На мне торрент корабль. Не попал. Хорошо. Вот так зацепил еще раз ее. Слардар идет. Некрономичен. Поднимаю. Некрономичен. Найс, хотя бы вид. Сам в некрочей прыгает на Ессе. Вообще инвалидус. Сейчас будет рейдж. Прыгну. Давай. Я тоже подерусь. Ты крыса вонючка. Хорошо. А, на этом, на рипере. Опа, сейчас вижен. Жог будет. Я попробую уйти. Да не, кровью. Давай. Хорош. Там рез. Адмирал байбек, дядь. Мне кажется, сейчас сдохнешь, да? Да, байбеки. Байбеков очень много было. Блин, сейчас бы как-то бы зацепить. Очень минус много байбеков. Минус байбеки. Байбеки, да, это хорошо. У меня 3600 на кармане. Я, наверное, бики-биху куплю. Вообще, у меня дэмэджа, правда, не очень много. Мне кажется, может, и не стоит БКБ брать. Тед, БКБшечка. Сол можно продать. Я могу взять тревел. Тревел могу взять. Линку еще одну взять можно от некро. На тебя тоже накидывать. Я тоже, кстати, думаю себе линку взять. Не знаю, что Слардар может ее легко сбивать. Да. Слардар не беда, в принципе, но... Я на базу. Сильвера могу сделать, чтобы можно было... Хорошенько. Некро. Могу молнию купить, в принципе, раздамаживать. Сейчас ару поймаешь, чудик. Давай вот так сделаем. 10 сек, меня дождитесь. 10, дождемся. Лардар Тарас купил. 3 секи. Так, в этого скорее все всего ДК отъезжает. Хорош, я там с Лардара зажал. Под кнопками. Плохо. И в меня, эх, собаки. Прям много контроля. Ну а там Мунлайт, дядь, Вижена нету. Да все, хорош, не дайвим, не дайвим. Сейчас Некр подойдет. Вот такие СКО там дальше пошел, да? Слардар, прыгни, смотри, аккуратно. Очень сильно дайвим. Толпой убьем его? Да какой же ты стан даешь? Ракушечный. Ты сгорел на работе, да? Я на рипера. ГГ. ГГ, проиграли. Меня рипера. Ты подсгорел. Байбек. У нас СК станы там вообще жесть какие кошерные дает. У меня 90 секунд рез, прикинь. Некр тоже Лотар сделал. У них топ пушится. Опа, Некр туда. Ну, ДК тоже ГГ. Под кораблем. ДК убьют сейчас. Нормально, нормально. Главное дефай. Вот тут, по-моему, прыжка... А, прыжок уже есть. Блин, тебе бы как-то помогать что-то подсобрать. Я думаю, может хекс какой-то условный попробовать. Либо обвисал.
Слардару БКБ. Вообще, пуп-гем, кстати, у Кунки. Сорок секрет. Я куплю тревел. Попробую чуть растягивать их, уходить. И попробуем подталкивать немножко в стороны. Чудики потные, вообще жесть какие-то. Тараска Слардар, конечно, это хорошо для него. Но и для тебя это тоже прекрасно. Ты прям так можешь отожраться, будет лоу хп, фулл хп в его. Смотри, БКБ прожал. Найс. Че у него там? 55 сек БКБ. 46. 46-40 БКБ будет. Я доминатор думаю продать. Хотя можно что-то с леса брать полезное. Что-то полезное бы брать. Кентавра со станом. Возьму. Уйдите с мида. Подмаслила прыжок. Я не столкну и т.п. дам. Ты топ идешь? А, СК идет. Не-не, я на миде. Хорошо. На печи его дерутся. Они сейчас ко мне, скорее всего, пойдут. Я в сторону не пойду. Вот некор один стоит, да, на миду сейчас? Не факт. Они ушли все. Ушли. Может кто-то останется? Так, ты тут, да? Да не, вот типа не хотелось бы вот сейчас тут пятерых встречать, вот где мы сейчас находимся. Они не пятером. Смотри, вот. На миде один, их мало. Они растянулись. Че, ты подойдешь? Я тут уже. Хорошо. Да ты башишь меня, че ты? Хорошо, я низ стою. Внизу стою. Я чуть подрастяну, может кто-то на ТП уйдет. Пока ты там суету наводишь. Там кто-то ТП с базы дает. СК, зачем? И что ли, ты ж не дойдешь до базы быстро. Жесть, нарик. Я ТП иллюзиями дохожу. Они все там, да? Я ломаю тогда. Давай, давай. Ты быстрее сломаешь. Да, я быстрее сломаю. У них тут уже тэшка села. У нас глифа нету, жалко. Так на рипера не сядьте, пожалуйста, товарищ. Низа нет уже. А вот смысле. Хорошо. У меня ТП, если что, есть. Я не карачей перетяну. Ну-ка, без корабля. Слушай, мега можем сделать. Мега, наверное, будем делать. Кунка ТП-шится. Я мегу дефить буду. Хорошо. Дефаю как могу. Отлично. Все, сломал. Три стороны. У меня роура нету, дядя, если он что. Он вниз ломает. Но у них мега крипы. Если сейчас не умрем, они автоматически лузанут эту катку. Вижу, но нет, дядь. Да не, все, наши 100%. Блин, вот это потничок, конечно. Заставили попотеть ракюшки. Ну, кстати, камбу мы тут ни разу не применили. Но и, в принципе, такой игре не требуется. Как ты и сказал, просто да. Играем. Просто играем, да, тут надо запотеть. Если зацепит этого типа, сейчас будет очень хорошо. ГГ ему тоже.
Я думаю, задушим. Хорошо. ГГ. Хорош, лучший. Блин! Такая игра на самом деле. Вот против этих МХшников. Кунка там, скорее всего, не МХшник. Вон там что-то, вижен какой-то. Они все байбэк, плюс. Все байбэк. Ну все, отходим тогда. Нафиг нам здесь умирать. Да не переманиваешь ты некрон, до сих пор еще не вкурил, что ли. Лучше отойти. Да, отойдем. Пусть с них стороны там страдают. Они просто еще за ванвейт могут попытаться. Да, да. Что там в лесу? Есть крип какой-нибудь интересный? Это, да? ДК такой. Типа, я 2.14, потому что вы меня фокусите и проигрываете. Типа, знаешь, такое. Делаю свою работу. Не понимаете, что я делаю свою работу, да? Жесть. Блин, ребят, очень потная игра, не знаю. Прям, ну... Не, ну, как бы она контентная, но... Не тот контент, который... Не тот контент, который мы хотели, да. И тем не менее, игра очень такая, бодренькая. Прям на АПМах. Такой, АПМ, 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 знаешь, вот, вот прям вот чувствуется. Там Рошана, кстати. Смотри, вот типа, ну откуда вот она знает, что они пошли Рошана? Ну вот просто коняра, ну вот нурили. Так именно она всех и палит. Да вот в том-то и дело. Но сейчас она прыгнет, я сейчас очко порву. Ну конечно она знает, что я здесь. Так, я отойду. Хорошо. Вот так сделаю. Я пока не прыгну. Ну, у них трон падает, дядь. Я пойду трон ТП давать. Я побегаю вот так с Лордаром. Давай, дядь, давай. Ты сможешь, 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 брат. Ты сможешь, я верю в тебя. ГГ, ребят. Блин, это было потно. Но была задача, максимально четкая задача вот этого МХшника выиграть. Четкая задача была. Уф, 6. Что скажешь? Да, знаешь, такой неоправданный пот, который, как бы, игра ни за что. Да, да. Ну, с другой стороны, простая игра тем, что, ну, сыграли. В кайф именно такой контент, потники. Потники. Да, есть такое. Есть такое. Че, попробуем закомбинить? Да, давай. Давайте, ребятки, еще одну, но раз пот сыграли, остался только фан. Погнали. Ну что, ребята, некстовая катка у нас уже на заряде. Сейчас будем стараться все-таки делать нашу комбинацию, которая нам позволит дать контента по кайфу. Надеюсь, не будет никаких проблем сейчас в ЭС опять, потому что там опять зашли ребята. Компашка, выразимся так. Блин, чем Разор им не угодил? Разора забанили. Лучше Квинвокера. Жесть. Короче, не суть. Постараемся сделать контенту. В этой катке уж точно должно получиться. Возьмешь это... После армлета там... Кнопочку, если что. После армлета аганимчик. Если что. Аганим, я совсем о нем забыл. Да. Вот, и будем делать вещи. Блин, у меня на мышке столько грязи, это жесть, как я давно ее не мыл. Уф, уф, уф. Корега. Корега. Коряга. Колгейт. Колгейт. Нифига они там пикают коров. Киники там. Хуски. Хуски. Блин, я надеюсь, в этой катке получится. Ребятки, обязательно прожимайте лайк. За прошлую катку уж 100%. За эту катку 200%. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться, поддерживать видосы. Даже Антон заходит, лайк поставит, да? Ты же ставишь лайк, ага. Конечно. Видите, видите, ребят. Поэтому благодарен буду, если будете поддерживать. Ну, спасибо. Ну, спасибо, даже ну, пожалуйста. Антон, даже Антон поставил лайк. Ты зачем хуже? Даже Антон. Понимаете, ну, насколько все плохо. Даже Антон поставил. Учитесь, мои дорогие, учитесь. Даже Антон поставил. Вообще молодец. Как говорится, ссылочка в описании. Хорошо. Прекрасно. Молодцы, ребят. Лучше. Ю только ее ульт и Риксары, да? Да. Просто да. Не понял, о чем речь, но да. Да. Мить.
Ерсбрукера опять за... Опять я с ЕСом на меду стоять буду. Да что ж такое? Давай вот так сделаем. На этой карте. Себесь. То есть он что-то понял, понял? Он что-то понял. Уй, только... Ультриксара, да? Да. Себесь. Блин, классно. Лол, я бескликнул, я Орбов Венов купил. Орбов Венов. Ты Орбов Венов купил, да? Ну, качай ванды, тычкуйся, убивай. Все. Живи, дыши. Танкуй, кайфуй. Души чуваков и кафуй-чафуй. Он низ. Пуфит. Пуфит. Траксевич. Чтобы лесных замедлять. Чтобы посильнее бить лесных, нужно взять арбу двоих. Смотри, на руне суета. Сейчас я вам покажу, где раки зимуют. Сейчас мы тут суету наведем. Смотри, опять гангаете, да? Да что ж такое-то, Антон? Я вот тут смещусь. Можно было. Аппарат надо, чтобы нагнетал. Леона убили. Хорош. Отобрали руну. Это то, что нам нужно. Вот так калуйте. Вот так калуйте. Время молота. Вот так калуйте. Че, сколько там? 140 маны. Подойдет поближе, я его задушу. Арба плюс свинюка. Ох ты, и промах еще, да ладно. Но он медленный, кстати, догоню его. Че, самый парадокс, у Тиника, короче, очень маленький МС начальный. Но в лейтгейме плюс с ультимейтом это очень много у него там выходит. Как и армор тоже. Да, армор тоже самое. Это, наверное, один из таких персонажей, который апается очень сильно. Со временем. Один из немногих. Our paths converge. Converge. I'm wonder alone, дядя, а ты? Да, я умер. Эй, ты чурак, что ли? Уйди, если тяжело, там лес, да, пойди. Мои, смотри, что делают. Прям под тэшку дайвят. Нифига, и, короче, и фидят, да? Ну, Леорик намеренно пошел, умер. Ради фраг. Не, ну так не пойдет. Я не знал, что Хускар плюс Леорик на рине имба. Че там у тебя по мане? 260, опять батлышки делают. Пацаны. Опять умер, да хватит фидить. Уйди лес тогда, если тяжело. Убил. Хорош. Умер, да блин. Убил, хорош. Как какие контрасты доты, да, называются? Да, спасибо, да. Подбадривание. Хорош, убил, хорош, не убил, рак. Убил, хорош, не убил, рак. Все понятно. Да, а че нет-то? Классика жунра. Чувак. Деды. О, с деды можно суеты навести. Я сразу соло-ринг, короче. Соло-ринг сделаю. Соло ринг. Леорик мисс. Найс, Тиник делает вещи. Тиник делает вещи. У меня хоть мид немножко повеселее в этот раз. Так, ну я тут в начале без фарма буду уже. Я понял. Но смотри, сделай, короче, этот... Аккуратненький фарм. Я сейчас 6-й левел возьму. На низ выбегу с роуром, окей? Я сплю. Тут профессиональный худкар через R. Новый билд. Через что?
через R буковку. А я думаю, что за R? Это что-то новенькое? Wake up, что-то новое завезли спустя 20 лет. Ну понял, да? Тонкий троллинг размером с мой орган. И да, пойдем, да, драться. Хорошо, подстакал, надеюсь. У нас двое, мисс. Я понял, дядь. Тини, актив на низ. А нет, нет, не, он не пошел, актив на низ. Забрали, скорее всего, актив внизу, сейчас будут внизу выходить. Че, я могу, в принципе, на низ выбежать, если надо. У тебя что, есть рор? Да, 6 левел. Но у меня и фарм тут хорош относительно. Так вот сделаю лучше. Меня там брукер обходит. Успею. Хорош. Вот это я мансанул. Не, ну не профиль, я. Какой профиль? Широкий? Широкий профиль, дядь. Или этот как-то. Стекловолокно. Не, как там этот профиль? Короче, ты понял. Картофель. Иди взад. Я не убиваю меня. Go to hell. О, иди нафиг. Чё такой жесткий? Ладно, пошел я нафиг отсюда. Лягу в жопу спать там или как. Понял. Да ты посмотри сейчас с этим ксуском. Хорош. Красава, дядь. Туши их, туда их, ногами их, вонючими. Да, его. Леон пытается изо всех сил заманодрейдить этого хускара. Да, чтобы стрел не кидал. А что, маны хватает, все равно, да, ему? Не повезло, да. Надо хп, хп дрейнить надо, наоборот. Так, я пойду на низ руну схожу. Смотри. Покликал, пацаны. Я на низ иду, дядь. Леорик 5 левел. Бегу. Сейчас придет хускар. Я бегу, дядь. Я уже здесь, на месте. Да просто бей его. Заберем. Я тебе фрашку оставлю, если что. Хотя, давай я, наверное, вот так вот сделаю. А вот этого тебе отдадим. Угу. Если он меня сейчас не убьет в ответ. Эх, ну ладно. Ничего страшного. Все нормально, дорогой мой. Главное, помощь. Главное, ощущение присутствия. Или как бурная имитация активной деятельности, самое главное. Да-да-да-да-да, что там, пацаны, давайте, там это, то-то, сюда-то. Оп, общий, чик-чак-чик-чик-чик, и все. Все будет хорошо. В этой катке чувствую запах контента. Запахло жареным. Здесь будет жарко. Я раньше думал, что он говорит, месть будет жаркой. Месть. А я раньше думал, что можно принести ноутбук в стационар к тебе и играть втроем в доту. Я думал, что можно принести ноутбук и зайти на... На сайты взрослых. А потом поймать какой-то баннер, и я включаю ноут, и там жопа на весь экран. И говорю, Миля, это что за хрень? Ой-о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 й
вирусы смотрели. Ой, какой же конь, отвечаю, а. Вообще жесть. От Миля, конечно, рак. Да что ты на ЕСе хочешь от меня? А, я повис, не виси, да. То есть, я бы роуру сигнал нормально. Дай кнопку нажать, да. Хорош.
Аппарат красавчик просто, лучший. Даже лучше моей жены. Ой. Во всех смыслах. Ой. Кажется, мне сейчас жопа порвут. Фига я тут настакал себе, я молодец. Кристина! Сейчас принесется с ребенком. Damn, bro. Она без ребенка не ходит. Ну, это такое комплектующее. Не варик по-другому. Под сумки носит его. Да, да, да. Софионка принесет. Софионка! Короче, спишь ночью, 3 часа ночи, дядь. 3 часа ночи. Слышишь, что-то шебуршится в детской кроватке. Такой. Шебуршит, потом... Такой звук просто. Короче, поднимаешь голову. Сидит, короче, в своем... Вот этом... Где спит, в кроватке своей, сидит просто и втухает на тебя. Просто такой черный силуэт. И такой голос. Просто понял, разведывает, есть тут или нет. Короче, смешная хрень. Это надо прочувствовать. Армалет. Короче, давит вниз жестко. Ну я в Эншента вышел, я пока АФК пофармлю. Так что челяйтесь там. Поет. И походу даблкил. Но не мне. Unleash the beast, дядь. The beast. The beast I nasal. Unleash the beast. Как хорошо, что нет МХшников в этой катке. Так спокойно фармится, никто не придет, чувствую. Хорошо. У меня не крачи есть первый левел. Почти второй. Я могу опять вниз прийти. Есть дагер? Нифига себе. Либо дагер, либо я тупанул, это тини его. Тини, возможно, тоснул. Они на миду также хотели делать. Блин, что с Хуском будем делать? Вот это проблема, дядь. Я буду с ним что-то делать. Ну, хотя наша комба. Короче, на крайняк, если что, пересоберусь. Да, хорошо. Но они так чисто ломают под Хускаром, понял? Там армлет Хуск. Да, не крачей сделаю, уже не крачи, двойка есть. И Хускара буду закрывать им. Смотри, бежит. Ну-ка, подожди. Вот так хочу видеть тебя. Ты не... Я тебе хочу, чтобы ты меня видеть. Зачем тебе мне видеть? Блин, мне бы тут одного крипа этого добить. Все, найс, я ухожу. Зачем тебе мне видеть? Что он тут... делает? Я побайчу его еще. Смотри. Оп. Я орнусь, он сейчас сдохнет от аппарата. Хотя нет, там резисты лютые. Но если кто-то встретит там, БС палит. Я, короче, пойду роурну сейчас туда. Роурну пойду. Гоу, что бояться. Я тут, но я один от вас далеко. Я подойду, меня убьют. Я бегу. Надо. Наперед. Если что, танкану. Надеюсь, не сдохну быстро. Опа. Это и весь Тускар ваш. Ой, Тускар. Ну ты понял. Ой-ой-ой, дядь. Даем. Я бегу, конечно. Я в птичке. А, Леон. Да ты шо, да ты шо, ля ты шо. Подожди. Я не закончил. Дядь, я не закончил. На меня припрак. Вот это я, конечно, мастер. Но я ее заберу, она не пробьет меня. Вот это уже оппонент посильнее. Но я, кстати, тут не замедлюсь. Нет, замедлился. Ладно. Хорош, задушим.
Не, гаста у него, прикинь. Вот. Гаста там. А ты посмотри. Гений, что ли? Какой сил, ну буй-буй, да? Фига. Вот это дота у нас тут, да, бро? Жесть. Такую доту, ребята, лайк кто не поставил, тот не Зевс привставил, между прочим. Ой. Сорян. Кому приставил? Зевс привставил, дядь. Это такой. На ютубе парень есть. Чё по золоту у тебя там? А, у тебя пол армлета, да? Хорошо. Летит армлет. Армлет есть, да? Отлично. Зевс фристайлер. Фристайлом. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Рака-макафон. Strange Johnny Rebo Madon. Привставил. Рака-макафон. Ребио. Вот эта еще фраза мне очень нравится. Так, у ЕСа все до сих пор плохо. Это радует. Что-то Хуска вообще не почувствовал. И этого тоже сейчас не почувствую. Жесть. Просто Хускара вообще не почувствовал. Просто выходит такой чел. Я ему сразу даю роур. И просто с некрономиконами разгрызаю его. Жесть. Вот вам результат. Хена не погангали, катку слили. Вот так-то. Хорош. Идем дальше. Аркадий, Ето или Факе? Понял. Факе. Факе. I'm ready to rock. Гиант, заберете, думаю. Да, пальца туда ему. Ну, мне кажется, необоснованный палец. Ну, чисто кдшку слить. Так, у тебя, да, гонима копейки, да, по сути? 3000. Опа, ты что там, фидишь, что ли? Все, Леон такой, контроль потерял, видел? Опа, Хуска еще в спине. Давай, Хуска. Ой-ой-ой, это минус холи щит, брат. Лёрик, у ману сажу. Задушишь? Да вылазь, дерись, чё-то не бойся. Вниз ушла курочка. Нормально, догонишь. Догонишь, догонишь, не ссы. ЕС там клэпает. Ай, собака. У ЕСа невзначай вообще этот... кнопка появилась. Смотри, застрял. Да, у него даггер. Хорош, мужики. Апарентуса потеряли. Да уходи. А он один. Да не, не, смысл. А он уже резнутся скоро, челики. Блин, как же ЕС хорошо прыгнул. ЕС очень хорошо прыгнул. Просто во всю толпу, весь сумон. Ну, я не ожидал, что там будет даггер. Как-то ракомакафон заиграл в голове и все, и потерялся. Привставил. I hear the call, the wild destroyer. Хуск идет по лесу, дядь. Вот такая штучка есть, братка. Жду твои штучки. Наверх. Да, он вот здесь сейчас, тут идет. Это как, ну, читаешь просто как... Уже как... просто один ходит. Ему просто хочется подраться. Давай вот так сделаю. Надо было чуть тайминг, правда, поддержать. Ну, ладно, пойдет. Сорян. Пойдет. Чтоб не шел уже никуда. Чтоб уже здесь зафиксить его. Есть без эха, да? Да, да, должен быть еще в КД. Хорошо. И у меня тоже КД-роучик.
Ну, ЕС подходит аккуратно. Фиссура, там блинк, даггеры. Там может быть такой прикол. Кто он кабанчиком его задушил? Криса. Хотят, да, в миду суета, что-то какая-то заварушка. Я на топ уйду фармануть. Идут, зайти хотят. О, пятером, пятером, не надо, не деритесь. Отойдите просто. Перекрыл. Уйду. Хорош. Красава. Стаки будут фармить, наверное. Да они не будут, нафиг они им нужны. Правильно. Чё по Аганиму? 800 был. Хорошо. Куда идут? Да, вижу. Я на топе тут чилюсь. Финика хотят кикнуть. Зачем? Неинтересно же так. Вот меня вот эта система иногда подбешивает, что ну просто так могут кикать. Че вы там внизу деретесь, да? Я нет. Ребята дерутся, я не пойду. Ну, типа я на базу, вот сюда добегу сейчас и смогу что-то. Вообще можем, я иду. Ой, Хус тоже лопнула, БМчик. Ай, Хаслэм там просто по двоим. Отлично, Хаслэм, это ЕС, АЕС, стоит в колфите, в хиксе, Орион отработал. Опа, Найкс подходит, кусает за ногу. Кусает за ногу бычка. Бычок в шоке, бычок растерялся. Продолжаем. Сейчас у этого ману сожгу. Хорошо. Я бы мог рорнуть, братка, но... Ну, я рак, сорян. Чё у тебя, Аганим сейчас будет, да? Есть, есть Аганим. Есть? Хорошо. Буду lies before me. Давай вот так. А, варда нету, да? Понял. Это my corners, дядь. Ча, вард тут пропадет, нам желательно туда кого-нибудь высовывать. Красиво было бы. Мы будем крутить нахуй рулетку. Дядь, ну надо вард. Леон, варды куда-то, где-то варды, я не знаю. Вард нужен. Ну или типа там... Сейчас, подожди, покури чуть-чуть. Чуть покури. Ты на топе, да? А, аппарат на топе. Медиа. Вот вард вот тут бы стоял, там вард нужен. Туда хочу залететь так красиво на видосик прям. Хочу красиво на видосик залететь. Да, на видосик залететь красиво. Варды нужны. Где варды? Дайте опсы мне. Где у кого опсы? Нету опсов, блин. О, вот. Есть один. Сейчас, дядька, поставим вард. Че там, стаки? Плюсану, но сейчас не надо пока. Сейчас, секундочку. Я обсерв поставлю, пойду. Полетим. Обсерв... А, не в Рошане, смотри. Танкует.
Пофиг. А это ворош. Сейчас к нам все равно придут по-любому. Да не спамьте, ё-моё, так что так переживаете. Сейчас чувствую, к нам толпа придет. Так, ну, в принципе, поехали, дядь. Бери меня. Запрыгивай. На миду выскочим на тиник. Мари. Вижу. Ну его взрывом убьет, ну там рез. А мы сейчас птичку запалим. Кто там, Тракса еще? Траксу? Опа! Опа! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, дядь. А надо типа, блин, вот просто вот здесь, я не думал, что здесь они все. Ладно, Тракса, да, Тракса с Аего, Аего вбили. Ну нормально. Suicide Squad получился. Реально Suicide Squad. Ну ладно, ну один, два, в четыре сколько мы вышли. Вы комитет. Кончено, я не могу куру нормально контрить. Ты бы видел, как я ее контрил, как дегенерат. Через трипл клики, короче. Ничего, ничего, сейчас мы выбили Аего, подрались. Кто-то здесь будет фармить, по-любому сделаем, дядь. И чё тут место такое неудобное, да? Просто вот меня деревьями там подзажало, тебя, ты там вандыкинг не можешь, ничего не нажмешь. Я ничего не кинул, сало получил сразу. Немножко неудобное место было. Так что нормально, нормально. Самое, сейчас просто покомбиним, порофлим. Куру, если бы удобно было бы контрить эту, блин. Это неудобно, жесть. Да хекс ему дай, хекс, хекс. Хекс, стан. Сосалка. И все. И он в таверне. Так, ассимиляция у тебя есть уже. О, там Cold Fit плюс Раптура, жесть. Куда чел денется? Че, на миду файт, да? Я подхожу, дядь. Я подхожу. Поэтому ГГ. И так куда ты? Опа! Хорошо. ЕС, интересно, прыгнет? А вот и ЕС, но эхо у него КД по-любому. Блин, как эти фиссуры, жесть, просто! Как же он этими фиссурами сейвит? Ой, ужас какой-то. Дядь, но мне кажется, нет смысла бежать так волосы назад, как думаешь? Корова с хостой. Подойди ко мне. Слышишь, залезь, поехали. Погнали. Сейчас мы сделаем комбо-ломбо. Нужен рор свой сразу, если ничего в него. Вот так вот? Кто там еще? Ерцбрукер. Киник тут еще, дядь. Отходим. Нормально. Доставка сработана. Хорошо. Я куру подниму на вижен. Вон стоит, смотри. Уходит, блин. Ну тэшку тогда. Нагло. Нагли МХ. Латар зашел. Уходим, 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 уходим. Б-б-б-б-б. Б-б-б. Ой, как хорошо, что он выжил. Все, б-б-б-б-б. Тракса еще со спины может выйти. Нормально, нормально, качественно. Я могу, конечно, гем еще взять на верочку. Нагли МХ. О, найс, пофармим. Смотри, какой она есть.
чел с лотаром тоже. Надо гемчик, наверное, взять. Гемчик. Так, два опса есть. Два опса возьму. Блин, они в лесу, короче, не фармят. Очень красиво было бы, если бы там в лесочке суету навели. Ну, они вот здесь вот сейчас. Они там, 100%. Тиник. I wander alone. I've got the scent. I'm acting on instinct. Our paths converge. Внизу все. Все внизу. Так, я поставлю вард на руну. А лучше вот сюда. Смотри. Yes. Пойди, братка. Лотар кто-то ушел. Да-да-да-да. Там yes. Еще с лотаром. С next птицей можем порухлить. Вот так вот. 18 секунд. Мид толкнуть. Они внизу все, в нижней части. Надо топ толкнуть. Я мид толкну. Там на самом деле такие герои неприятные. Если мы всираем драку, то мы всираем игру. Там за один заход сломает. Будем врыв наш делать. Слушай, ну я не знаю. Я бы такой мид бы сломать. Вот этого сможем? Хотя... Такое себе. Давай на базу. Можем мид сейчас попробовать сломать. В принципе. Так, вон на базу. У меня ман ТП нет. В меня залезь. Я зайду в спину. А, блин. Ес, роурну. Блин, как в спину? Тут в спину не зайти. Вот так вот сделаю. Хорош. Я умер. Не достал до тебя мирей там. Ой, было бы круто, если бы ты меня забрал просто. Честь. Я что-то сам даже не подумал, что забрать. Просто в суицид дрался. Надо сломать им сторону одну. И я, наверное, все-таки возьму гем. Гемчик возьму. Все-таки надо. Жесть какой, да? Вот я зашел, там что-то раскастовал, все умерли просто. Ты вылез, там еще массуха какая-то была. Прям нереальное количество дэмэджа. Кроцубо. Кроцубо. Блин, если честно, вот мы сыграли, это какая у нас, по-моему, уже... Третья, четвертая игра, да? Где мы пытаемся сделать эту комбинацию. И типа, ну, получается, да? Но не так ярко, да, и красиво, потому что потные катки, и не до этого просто, не до этих рофлов каких-то. Прям жесть. А так хочется, бро, прям вообще жесть. Прям очень хочется. Они в лесу даже не фармят эти ракушки. На лайне ловить тогда. На лайне ловить. Вот здесь бы вот как-то они бы там, никого ж на топе нету вообще никогда. Они опять вниз идут, посмотри, просто, как боты. Колятся, идут вниз, тупо. Тупо опять внизу они, смотри. Бред. Толкай мид. Если что, на ТП. Жесть. Они не, ну просто не дают паниться, они просто куда-то торопятся постоянно. Торопятся. Вон они все идут сюда. Они вот здесь вот сейчас. Вот так вот идут, 100%. Можем через птичку кого-нибудь убить. Они в пятером будут, они не будут соло ходить. Рошан есть, кстати. Рошан есть. Мне кажется, мы даже если просто в наглую залетишь ты своей птичкой, мы столько импакта сделаем. Там плюсы нужны просто. Один или два плюса, и мы их убьем. Ну, бери меня, поехали. Птичка. Вон есть птичка. Она.
Только не сдохнет она, если не сдохнет. Все, все, все. Бери, бери, поехали. Подожди, только не спеши. Да, давай, давай. Опа! Одного убил. Ну, у меня тут, скорее всего, будет... Ну, я Тинника тут дизейблю. Отходим, отходим, отходим. Отходим. Вот сюда лучше. Хуск. Хуска. Он или под этими. Но я там не крачей веду. Еса убиваю. Еса, хорош. Я помогу. Этого туда же можно. Как за меня сейчас убьют, скорее всего. Не-не-не, нормально, живешь, живешь, живешь. Я рядом. Я рядом. Ты живешь. Если она бычит, так давай добычим. Че она? Кто она такая вообще? Ты, твое место где? На кухне! Посуду бай-бай. Мыть! Бай-бай, Гиан. Ну заберем, заберем. Ой, уже. Отнуждаю. Хорош! Нету свиньки. Хрен с ним. Все, отходим. Нормально, красиво. Свиняки нету, дядь. Так, Тинник. Тинник живой, да. И... Да ты что? Грыземся? Ну мне стан дали. Сейчас роур будет еще. Да этого у него реса нету, дядь, он крип. Если кто-то вылезет еще, ну минус 5, все, найс. Кто-то вылезет, я роурну, если что, давай ломаем. Чтоб не расслаблялись, а то они на жопе, жопа у них расслабленная вообще жесть. Булки расслабили, разжали. Еца хаслемнет. У меня триггер, дэвил триггер на палец, на курке. Хорошо, все, отходим. А, у тебя есть ассимиляция, да? Да. Сейчас мы, значит, комбу сделаем. Они по-любому кто-то на дефе там был. Влад разошел. Кабана задушу. Надо зарегениться. Ой, со своего кабана не зарегенился. Прикинь. Дай реген подниму. Вон, смотри, соло ЕС бегает. Че, замутим? Давай, я топ толкну. Они на Рошана, что ли, пошли? А не, в лесу у нас. Поехали, дядь. Кайфы ловить. Кайфули. Кил любого найдем сейчас. Я к Рошану полечу, дядь. Ой, сейчас будет звездный десант. Блин, если успею, смотри, это вообще. Я парад еще на ульту. Мы сейчас всех разнесем. Птичку тяжело контролить. Поехала. Жесть. Женщина. Блин, ну я бы успел бы, брат, долететь, если бы у меня нормально кура контролилась. Она контрится просто отвратительно. Ты куда, дядь? Ты кто? Вон еще один чувачело. Че он хочет? Блин, это круто сейчас было. Вот это прям на вставочку, рили. Очень красиво. Короче, Пита подлетает. Кура такая, знаешь, и висит. Кура просто разбивайте. Ай, брат. Ну, короче, Антох, смело заявляю сейчас. Засчитано. Этим моментом засчитано. Кайф. Кайф. Это прикольно. Ребятки, пробуйте. Это прикольно. Засчитано. Хорошо. Это уже прикольно. Ой-ой-ой, бро. Смотри какой. Ну я вижен даю. Хорош. Красава. Вот гем взял. ЕС так до сих пор не додумал, что там гем что-то. Кайфанул я сейчас. С этого момента в Рошане. На вставочку, как говорится. Музычка играет, кура подлетает и там начинается суета. Кайф. То, что нужно. Хорошо.
Так что, как говорится, на вставочку. Так, гиант что там наглеет? Нифига они отважные, смотри, что делают. Да, я его Роуран забрал. Ой, бро. Женщина на кухню побежала. Даггером. Да, пошла посуду мыть. Блин, хорош. Мне очень понравился этот момент сейчас про шпиту. Реально, прям на вставочку. Красиво. Нормалин. Нормалин. Ну, что я могу сказать, ребята? Пробуйте эту комбинацию. Может быть, у вас получится в реализации лучше. Очень крутая катка получилась. И... на самом деле прикольно, мне понравилось, понравилось. Надеюсь, вам это видео тоже, ребята, зашло. Не забывайте поддержать это видео лайком. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал. Антонио, ну тебе отдельный, конечно же, респект за то, что помогаешь, да, реализовать какие-то идеи, которые я давно хотел реализовать. Йоу, респект и уважуха. Вот, ребята, так что не забывайте подписываться, как говорится. Поддержка — это самое главное. Канал растет, тут тоже растет. Спасибо, ребят. Ну и что ж, на этом все. С вами был Ксеназос и... до скорого. Всем пока.